13 условий за 10 дней должен выполнить Катар, чтобы положить конец кризису в Персидском заливе. Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, ранее разорвавшие с Дохой дипломатические отношения, предъявили список требований. В случае их выполнения блокада с ближневосточного государства будет снята. Так, Катар должен прекратить поддержку Аль-Каиды, ИГИЛ, братьев-мусульман и других террористических группировок, разорвать дип-отношения со своим давним союзником Ираном и выплатить компенсацию всем странам, которые составили список требований. Еще один пункт ультиматума – прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Катар должен ликвидировать военную базу, на которой дислоцированы десятки турецких солдат, в то время как 7 июня правительство Эрдогана решило увеличить военное присутствие на катарской территории. В документе подчеркивается, за Дохой будет установлен регулярный контроль на предмет соблюдения требований, одно из которых – закрытие телеканала «Аль-Джазира».